Привет всем, это очередной обзор предстоящих событий выходного дня. Если ты мальчишка или ты девчоночка, вообще без понятия, куда же отправиться в этот уикенд, то сейчас скажу. С вами Щеп, поехали. Открываем лютую событийную феерию Ульяновска с настоящим роком в идеальном для этого местечке. После небольшого перерыва организаторы решили пуститься во все тяжкие концертных дел и ради такого случая обещают порадовать любителей отменного гривотряса и ценителей высоко поднятых кос визитом группы из Нижнего Новгорода под названием Синтелла. Судя по обложке их нового альбома, эти нижегородские бруталы нагрянут в наш город на адских гончих. Ну или Блаблакаром. Еще один повод оказаться в этот вечер в эпицентре рока – это четвертый день рождения группы «Голодный зверь», которая даст большой концерт в эту субботу, 28 января, в Байкер Клабхаусе. Начало в 20:00. Вход свободный. Четвертая строчка – театральная постановка, которая уже успела покорить сердца. В эти выходные ульяновцы смогут вновь оценить творение актеров драматического театра «Восемь любящих женщин». Это детективная история, которая становится еще запутаннее, ведь дело расследуют женщины. Немного о сюжете. Главу семейства окружает восемь, безусловно, любящих его девчоночек. Теща, жена, две дочери, их тетя, две служанки и потажная родная сестра, которая не совсем сестра. Такой внушительный женский батальон уморит даже сам крепкого мужчину. Когда хозяина обнаружили в спальне с ножом в спине, убийцу стали искать среди прекрасных обитательниц дома. И всем им, кстати, было что скрывать. На малой сцене драматического театра в эту субботу, 28 января. Начало в 17:00. Билеты в кассах. 8 любящих женщин. Бис, браво, с новосельем. Третье место и ночевка в высшем учебном заведении. В рамках празднования Всероссийского дня студента в педагогическом университете впервые пройдет ночь в педагогическом университете. К участию приглашаются школьники, студентики разного рода, а также выпускники вуза. Вход на мероприятие осуществляется по студенческим билетам для школьников, выпускников и гостей по документу, удостоверяющему личность. Откроет мероприятие приветственным словом ректор УГПУ Тамара Девяткина. Для гостей выступит инструментальная группа. Будут разыграны призы от партнеров и проведено награждение студенческих молодцов-активистов. Сразу же после официального открытия начнет свою работу зона интерактивных площадок, где каждый найдет развлечение по вкусу. Турнир по киберспорту, соревнования по стрельбе, настольному теннису, мини-футболу, турнир «Что, где, когда», зоны с игровыми приставками, настольными активными играми, площадка арт-терапии, танцевальные мастер-классы и для тех, кто привык проводить свой пятничный вечер в образе угонщицы или императрицы шальной, караоке-зона. Ну а закончится все праздничным салютом, куда ж без него. Это пятница, 27 января и ночь в педагогическом. События для тех, кому дня не хватает в храме науки. Второе место и еще одна театральная постановка. «Чужая жена» с участием главной героини знаменитого сериала «Сваты» народной артистки России Татьяны Кравченко и знаменитого актера театра и кино Анатолия Журавлева планирует случиться в Ульяновске в эти выходные. Нас ждет детективная комедия, содержащая в себе массу ярких и веселых моментов. Спектакль полон легкой романтики и блистательных диалогов персонажей. В это воскресенье, 29 января, в ДК «Губернаторский». Начало 18:00, билеты 800 и так далее рублей. «Ингайнс» — первое место, главное событие недели и финал конкурса красоты, таланта, грации, изящества, моды, стиля, спорта, прочих эпитетов под названием «Миссис Ульяновск 2017». Множество этапов красочных баталий и творческих состязаний среди претенденток уже позади. Распределены промежуточные титулы, такие как «Мисс Караоке», «Звезда стиля», «Миссис спорта». И еще раз вернемся к «Мисс Караоке», ибо как можно пройти мимо этого? Ну а впереди большой финал и главный приз – почетный титул «Миссис Ульяновск 2017» и почетная шуба из меха норки. Случится феерия красоты, спорта, грации, стиля, лучезарности с видом на оползень в эту субботу, 28 января, в центре семейного отдыха «Ленинские горки». Начало 17:00. Заказ билетов по телефону, который вы видите на этой утопичной фотокарточке. Вот все на сегодня. Отличных и насыщенных тебе выходных. Ще, Алекс Лип, специально для тебя, мальчишка, девчонка. Вскоре увидимся. Пока.